Олимпийские чемпионки. Олимпийские чемпионки. Олимпийские чемпионки. Есть это осознание? Есть понимание? Есть. Потому как что мы готовились? Мы так долго, да, к этому. Мы настраивались просто вот как в последний путь, наверное. Потому что понимали, что можем, что должны. Ну и сегодня все получилось, Юль. Я не верю, я не знаю, почему они в это верят. Я еще пока вообще не осознаю ничего. Я говорю, у меня там Никита, наверное, уже, блин, просто лежит бездыханный. Просто в обмороке, блин, наверное. Но на самом деле мы действительно, мы понимали, что мы должны бороться за высшее место, за высшую медаль, но это эстафета, то есть мы все понимали, что все может быть. Я вчера специально сказала, чтобы на всякий случай на каждых там 100 метрах стояли с палками, потому что не дай бог, что случится, сразу нужна подмога. То есть как бы мы очень серьезно к этому отнеслись все, и все получилось. Наташ, тяжелый насколько был этап? Первый круг, второй, прям такое хорошее было бадалово. Очень тяжело было, наверное, моральная ответственность, то, что вроде ты идешь первая, и я понимаю то, что сзади как бы все, и Йохаук, и получилось так, получилось так, что я просто старалась идти свою гонку, ни на кого не обращать внимания, просто равномерным темпом. Никого ни в коем случае не ждать, не играть ни в какие там догонялки. Не раздражало то, что немка так сидит и вообще никуда не выходит? Отсиживается рюкзачит? Ну, в каких-то моментах, конечно, раздражало, потому что она наступала на лыжи очень так дерзко, я бы даже сказала, на каких-то участках. Но не хотелось развернуться вам, как Юрий? Хотелось. Очень хотелось. Старалась не обращать на нее внимания, не тратить эмоции. Я думаю, что Тане тоже очень хотелось развернуться, потому что, ну, порядком она, я видел, что наезжала, особенно здесь на стадионе, на лыжи, да, Тань? Не знаю, мне очень хотелось не развернуться, а убежать поскорее. Я пыталась на подъемах, но как только спусковая часть, у меня опять это ничего не получалось, я из-за этого больше расстраивалась, что я не могу убежать и никакой отрыв привести Веронике. А так, в принципе, я старалась не раздражаться на гонке. Ну и хороший этап был, согласитесь, Тань. Ну, я рассчитывала получше. Вот она. Так получилось. Сегодня немки тоже были очень сильны, поэтому нечего сказать. Немки — это вообще такой перформанс, я очень рада за них. Это... Почему это? Кто Вероника Степанова, да, появилась тут. Кто ожидал, что немки будут бороться за медали вообще, скажите? Никто не ожидал. Абсолютно никто. Вот и мы тут. Я вообще не ожидала, когда увидела первые два этапа, что немки с нами до сих пор идут. Не, мы реально, есть... за этих девчонок очень рады. И очень классно получился подиум, на самом деле. Как, особенно если учесть, что мы на первой позиции. Да? Нам еще не очень дальше важно, но тем не менее мы рады за других девчонок тоже. Да мне тоже жена пишет, немки. Но я говорю, сейчас Наташа на втором круге с ней разберется. Раз, третий этап, четвертый. Что происходит, думаю? Ник, задача была на первый круг какая? Спокойно начать? Да, с Егором Владимировичем разговаривали, как вообще, что, как вести себя. И да, информация была: первый круг идти как на гонку, что мы и сделали. Потом я уже на втором кругу чувствую силы, и как немка начинает сдавать позиции. Просто даже каждая подсказка тренера — это просто новая энергия, просто новое дыхание для меня. Не было мысли подпустить всех остальных и разобраться на финише? Нет, я люблю все решать до финишной прямой. Юль, медузки-то наши не зря были? Не зря. Счастливые медузки. Ой, господи, я не верю. А Егимушкин не стал, представляешь? Мы же ему говорили, да, Наташ? Предупреждали, согласись. А Натаха снимала, значит, она тоже участвовала. Короче, сегодня просто будет такой кураж бомбей у меня. Тебе сейчас спринт эстафету бежать, кураж бомбей у нее там. Тебе тоже, Наташа? Скажите что-нибудь буквально вот на минутку еще вот сюда нашим болельщикам. Девочка, танцуй, все пройдет так скоро, разгоняй тоску, вот там вот
осталось. Ой, уводите ее. У меня слишком много энергии осталось. Ну, активатор действует. Надо было все бежать. Я невероятно счастлив за вас, правда. Искренне с вами. Вы такие молодцы все, без исключения. Мы делаем все, что можем для вас, поэтому лучше.